Здравствуйте, новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. Махачкалинцы – самые нервные в России. О данных соцопроса маркетологов расскажем сегодня в выпуске. Готовность школ к 1 сентября проверяют серьезно. Межведомственная комиссия побывала в Дербентском районе и проверила аж 25 образовательных учреждений. 700 детских команд из разных уголков Дагестана. Открытый футбольный турнир «Кожаный мяч» пройдет в Махачкале. Подробности в спортивном блоке новостей. Глава правительства Артем Сдунов своим распоряжением временно отстранил от занимаемых должностей заместителей председателя комитета по лесному хозяйству Абдулу Муртазалиеву, Велибека Ферзулаева и Ибрагима Ибрагимова. Ранее решением Советского суда Махачкалы глава комитета Алибек Гаджиев и трое его замов были арестованы. Их обвиняют в махинациях с землями лесного фонда с использованием служебного положения. Вопрос о внедрении электронной сертификации накануне обсудили ветеринары Дагестана. Совещание провел заместитель председателя правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что «Меркурий» позволит контролировать качество продуктов питания животного происхождения. Сейчас Дагестан по темпам использования этой автоматизированной системы находится в середине рейтинга в разрезе субъектов России. Нам прежде всего это здоровье наших людей, наших граждан, нашей республики и, соответственно, поставляемая наша мясомолочная продукция, она должна соответствовать всем стандартам ГОСТа. Поэтому этот вопрос мы обсуждали, выступали и руководители наших лабораторий, выступали руководители наших районных ветеринарных служб. Жители Махачкалы признаны самыми нервными среди россиян. Такие результаты показал соцопрос, проведенный в текущем месяце маркетинговым агентством «Зуммаркет». В ходе опроса респонденты отвечали на вопросы, как часто, когда в последний раз и в связи с чем вы нервничали. Выяснилось, что жителей России больше всего беспокоят проблемы, связанные с работой или бизнесом. Таких оказалось 57%. Детьми и семьей 32%, транспортом и дорогами 11%. Опрошены были жители более 20 российских городов и проведено около 2500 интервью. После Махачкалы больше других нервничают жители Москвы и Екатеринбурга. 1 сентября не за горами, а это значит самое время проверить готовность школ к новому учебному году. Так, в Дербентском районе межведомственная комиссия представителей МЧС, МВД и Роспотребнадзора побывала в 25 образовательных учреждениях. Проверяли здания на противопожарное санитарное состояние, а также на качество проведенных ремонтных работ. Патимат Ханапова расскажет далее. Медицинские кабинеты, теплые санузлы, ограждение школы по всему периметру. Все новые требования федеральной власти в Чинарской школе уже исполнены. Да и так называемые старые, такие как пожарная безопасность и санитарное состояние, тоже приведены в порядок. Специалисты положительно оценивают проведенную работу в этом образовательном учреждении. Конечно. Очень много проблем, они всегда были, есть и будут, но мы все, что возможно, с коллективом вместе, с моими техническим персоналом, с моими замами, всеми садовниками, дворниками, рабочими постарались. Мы готовы встретить детей. В этом году у нас будет около 600 детей. Хотя школа рассчитана на 300 учащихся, ну что тут поделаешь, в тесноте, да не в обиде, но придется принимать детей. Готовы и встретим. А тем временем Деличубанская СОЖ все намного прогрессивнее. Помимо ремонта, школа будет снабжена и современной материально-технической базой. Учебное заведение попало в федеральную программу «Современная школа», что предусматривает создание цифровых центров на ее базе. Совсем скоро сеть «Точка роста» предоставит оборудование и начнется прием детей. Их будут учить техническим и естественным наукам, что позволит уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Конечно же. Объем работ выполнен огромный. Были предусмотрены средства в бюджете района на проведение этих работ. И согласно утвержденным планам, план-графикам, эти работы на сегодня в большинстве случаев выполнены.
Процесс по созданию сети точек роста продолжится до 2021 года. В Дербентском районе же планируют открыть еще 3 центра. Эксперты отмечают, что они станут для многих наших ребят реальной путевкой в жизнь и помогут сформировать у них современные технологические и гуманитарные навыки. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарцев, новости ННТ, Дербентский район. Более 9 тысяч детей примут участие в открытом футбольном турнире среди дворовых команд «Кожаный мяч». 22-й по счету столичный этап пройдет с 24 по 31 августа в Махачкале на полях спортшколы Александра Маркарова. Как и в предыдущие годы, в Махачкалу приедут порядка 700 команд из разных уголков республики. Об организации спортивного праздника говорили на пресс-конференции в городском спорткомитете. «Кожаный мяч» – самый массовый детский турнир республики. В свои годы он стал трамплином в большой спорт почти для всех известных дагестанских футболистов. Ожидается, что на открытие приедут почетные гости, знакомые и близкие легендарного советского вратаря Льва Яшина, стоявшего у истоков турнира. Прежде всего, чтобы мальчики подружили между собой, познали вкус и дух нашего дагестанского народа, который всех нас объединяет, этот кожаный мяч. Я думаю, судейством проблем за эти 22 года не было и сейчас не будет. Почему? Потому что они постоянно контролируются и городским спорткомитетом, да, и Александр Штотович Глаза постоянно на стадионе, и он сам смотрит на ребят, порой некоторых сам подзывает, приглашает, видит одаренных детей. О развитии взрослого футбола в регионе говорили на пресс-конференции в Минспорта. Беседу с журналистами посвятили созданию нового спортивного клуба «Махачкала». Президент, известный дагестанский специалист Гаджи Гаджиев, рассказал об идее создания команды. Она укомплектована выпускниками спортшкол, которые не подошли двум другим столичным клубам – «Анжи» и «Легиону». Тренером назначен Руслан Агаларов. По словам Гаджиева, Махачкала уже заручилась поддержкой руководства республики, а футболисты горят желанием оправдать ожидания. По итогам 4 туров первенства России во второй лиге горожане идут на 6-м месте. В ходе встречи также не обошли стороной тему кризиса дагестанского футбола. Нет серьезных ресурсов для того, чтобы там сделать такие шаги, которые делал в свое время, например, Абусаидович. Вот. Но важно что? Важно, что мы все живем футболом. Надо, чтобы активным участником здесь становилось и руководство республики. Мы тоже этими вопросами занимаемся. Мы стараемся объяснить свою позицию. У нас осталось очень много ребят, выходцев из академии, которые сегодня не трудоустроены. Осталось много ребят, которые остались не у дел, и тренера в том числе. Все мы знаем, что с 1 июля у них закончились контракты, они приходят в федерацию, они приходят к Гаджи Муслимовичу, как Лавару, что нам делать, спрашивают. Борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Завур Угуев отобрались на сентябрьский чемпионат мира. Схватки за право выступить на главном турнире сезона прошли сегодня утром на сборах в Сочи. Оба дагестанских спортсмена выиграли свои встречи с одинаковым счетом 10-0. Садулаев превзошел вольника из Алании Владислава Бойцаева, а Угуев был сильнее якутянина Арияна Тютрина. Путевку на мир оспаривали еще в одном весе до 74 килограмм, где Заурбек Сидаков взял верх над Магомедом Курбаналиевым. Несмотря на то, что схватку обслуживали арбитры олимпийской категории, здесь не обошлось без споров. Победитель определился по субъективному мнению судей, которые за 30 секунд до конца встречи наказали нашего борца за пассивность. Напомним, чемпионат мира по вольной борьбе стартует в середине сентября в Казахстане. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего, до свидания.